Нарезаем багет кусочками. На сухой сковороде обжариваю булочку. Что может быть вкуснее хрустящей румяной булочки? Можно взять просто сливочный сыр или сыр фета и положить на булочку, но я сделаю вкуснее. К сыру добавляю немного зеленого лука и перемешиваю. Теперь сыр с луком ровным слоем распределяем по булочке. Колечки помидор выкладываем на булку. Немного красного лука. Красиво спиралькой заворачиваю красную рыбку и выкладываю сверху на бутербродик. Можно украсить укропом или петрушкой. У меня сегодня руккола. На сухой сковороде обжариваем бекон. Беру также сыр фета, добавляю зеленый лук и мелко порезанный жареный бекон. И ровным слоем распределяем на булочку. Бутербродики готовы. Давайте скорее попробуем. У нас сегодня, как говорят, хруст французской булки, да? Знаете, очень здорово. Я вот люблю как раз с рыбкой, а мои мальчишки любят с беконом. Отличная идея, скажем так, закуска под киношку или бутербродики для завтрака. Очень просто, вкусно, сытно, а еще и красиво. А что бы вы положили на такой бутербродик? Ребята, давайте готовить вместе. Прошу к столу и приятного вам аппетита!